Все, собираемся. Я в шортах. Все, всем, собираемся. Всем удачи, всем пока, хорошо вам отдохнуть. Эдик, давайте скорее, машина ждет. Вот такие красивые платья, да, вообще. Это в костюмчике красивом. Еленка. Мама, давайте, яка сумка, давайте я спущу, что есть. Я готова. Сильно долго телишься? Да что я телишься, посмотри, все так же, как и я. Вот только я виновата. Ты дольше всех телишься. Все разбутые еще, вот мать все виновата. Да пошли, какая там дорожка. Давай. А что и будем, идем на улицу. Знакомый водитель приехал. Все, занимаем места. Так, вот это надо положить. Мама. Едем в гости. Красиво, да, я и платье красиво. Вот это лучше, что поменяли платье. А вот да, в школе поменяли. Да. Я сам подарки делаю. Что у тебя кто расцарапал? Зачем ты так? Ирина. А что расцарапал? Комары кусают. Комары кусают. Наверное, вкусная кровь, да? Билет, тебя не трогают? Все, пошли. Маманя садит шляпки. Милена с Илиной сзади и спереди. Все, езжай. Идите сами. Ага. Матахари. Вы сели? Да, да. Самойка, надо у меня сил нет, открыть бутылку. Ну что, кинем? Открой что-то. Тут билеты, я не пойму. Да нет, подожди, сейчас сяду. 18. Где 18? Вот же 18. А что, рядом сидит? Давай сюда. Все, усилились. Ира, слышишь, билетов нет вообще. Кого нету? Билетов нет вообще. Что ты мелешь? Ну, я тебе говорю, вот аж на 16:40. Якцы билетов нет вообще. Ну, да. Каждый час идет маршрутка. Ну, нету, билеты заняты, выходные. А кто едет, какой дурак едет в Запорожье из Днепра? Ну. Ты шутишь? Конечно. Ну так вот, приход. Слышишь, Ируська, Ира, Ира, 12:30 мы выезжаем. Ну где-то 12:30, около 14:30, где-то 15:30, пока доедем. Ну и где-то 1:45 где-то. Ну, Ира, доберемся, все, в общем. Да, нормально сели, да. Хотим набрехать. Нормально, да. Ладно, я как бы проверяю. Там. Ира есть тут? Где она? А он, сестра. Снимает уже. Ируська такая красивая. Привет. Блогеры идут. Блогеры. Ой, зайка. А я видел, которых я не бачила, что ты перший выпился. Он там, он твой брательник. О. Сейчас заплачу, ну вас черту. Сколько сидела, сколько ты сюда. Все. Так, ладно. Я сильно реагирую на это. Так, а что там? Она все вот эти, да? Три. Ага. Одна. Вторая. Третья. Спасибо большое вам. Ага. Где там твоя мамаша Кураж?
Иди встречай королеву Ютуба. Да. Семейство в сборе, слышишь, мать и трое детей, Ира. Это давно не было. Мать и трое детей. Наконец-то встретились все мои трое детей. Не, який четвертый год? А я? Я не был в четвертом. А где? На свадьбе. На какой свадьбе? А. У тебя на стекле то ли волос, то ли что, то ли волос. На свадьбе были в Башкирии мы последний раз все вместе. Вот так. Да что ты там? Да дай сюда, иди неси свою эту. Где же гоблин? Да нет, такой и был. Борода. А борода же у меня рыжая. О, ты что, совсем натуральный блондин. Ты тоже такой красивый. Да ладно. Все такие красивые. Вы маска такая красивая. И не накрашена красивая, видишь? И не накрашена красивая. Умею комплименты делать мамам. А где вы, на чем мы едем, Ира? Мы едем на маршрутке. Господи. А мы едем на Газели. Я приехала на вокзал, а он только с работы пришел. Что мне ехать? А смысл тебе ехать? Мы в машину все не влезем. Да сейчас у вас тут ехать. Ну, он только с работы пришел. А вы у нас такая худенькая, на видео не такая. Она какая? Ты худее себе, она... Ты худее, а, не да. Девушка, да Эдик худее, чем Ира. Видео полнее, чем жизнь. Эдик худее, чем Ира. Эдик худее, чем Ира. Да. Дай маме, я говорю. А что вы с такими торбами? Вы ко мне на ПМЖ. На ПМЖ. Картошку везет. В Башкирию. Как мамка приезжала, говорит, я... Нога крыва у мамы, конечно. Ой, сюда Бог увидел эти ноги и придумал колесо, так точно, что. Кончена семейка. Что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Да, Ира хорошо выглядит. Молодец, да. Да так она ничего сильно не делает. Никакие ни маски, ничего она не делает. Ни ботексы, ни тиротексы. Она сама по себе так выглядит. Куда ты нас ведешь? Где остановка, Ира? Куда ты поперла? А, туда, да. Слушай, я насмотрела всех этих ваших комментариев. Плохо стало, да? Люди, понимаешь, нет, потому что я не в помаде вот так. Нет, нет. До таких мелочей, что я даже не знаю, как разговаривать, как себя вести, понимаешь? Знаешь, не снимаю. Девочка. Ты сказала шляпа с полями. Маленькими полями. А ты, что вы, ты бачила, какие там были поля? На полметра. Да? Это сами маленькие. Вот такая, вот такие. Ну что, надо было взять котелок, как под вуальку. Тройка наша, да? На пески? Да. Господи! У меня есть GPRS. Да, она есть, да, хорошо. Да. Все, заходим. Так и с резерунками украинскими. Что тут? Так. Куда вы? А что вы туда? Ой.
Табор уходит в небо. Оба вельно, двери зачиняют. А ступа новинка. Да. Трогай вам потрою без комиссии. Оплата по проекту не. Платье с проездом с рейсом. Прохладно, да, в трамвае? Чистенький троллейбус хороший, теперенький, все новенький. Выносите маму. Хотел сказать, Карина где? О, женщина купила. Мала побігла. Іра стол сервірувала, тільки що зайшли. О, телевізор це приобретення. Який стол красивий. Мама, а що ти з паличкою на цьому? Літай, мама. Літай, мама. Свиня, Льоша каже, похорошив себе. Я говорю, ні. Камера як не так передає. Ты красивая, ты уже в бело-розовом, как на свадьбу, да? Нет, придумали. Я теперь думаю, что одевать бело-розовое. Белый кошелек, взяли и все. Ой, Ира, как тебе светло, хорошо. Ну, это зал. О, так, сейчас я в кастрюлю загляну. Телевизия. Ой, капуста моя любимая. Капуста моя любимая. Яка мама сказала, мене невкусна, кисла. Кисла капуста. Супер. Я жрать хочу, сестра, мене сосе. Я вже помив, умився, поки ви там пороги стояли. Я вже первым делом. Я говорю, сейчас піду, слышиш? Ірі говорю, Діана, Ірі говорю, сейчас буду мимо дома Діани проходити, стану буду гавкати і вийти. Лічі, я голодна. Так, Діана, це тобі? Тетя Али на свадьбу. А Тали, а де Люся, нема, да? Держи. Это тебе, ну переверни только. Ну не на свадьбу, это раньше присылали, еще полгода назад. Я все никак не это самое. Это для не Люся, это я так понял, какая-то штука, может быть, для десертов, что ли. Это Алла из Израиля высылала. Спасибо огромное. Это, наверное, такая штука. Да, да я так думаю, да. Я не Люся. Это она высылала еще где-то полгода большое. Назад. Спасибо, так приятно. Аллочка. Эти коробочки твои, дети. Да. Приятно. Да. Спасибо. А Карине там еще стаканы будут. Карина, Женя, что-то не могу дозволить тебе. Красиво платье тебе в этом. Ты вроде похудела. Можно. Да? Вообще нет, у меня вес остался. Да? Я не скажу. Была корова, так осталась. Спасибо. Не в идеале приехал. Да. Что у вас, как дела? Хорошо. Вот уже на спаве сестра, чуете коньяком? Ну что ты как дурак будешь им вино пить? Только дурак и вино пить. Нормально. Спасибо. Ты зажала вина? Нет. Ну, я хочу вино. Не хочу коньяк. Ну, у нас две бутылки вина. Нам хватит? Ира, да я выпью, может, 200 грамм за вечер. Так, почему ты коньяк раз? Хорошо, давай коньяк. Зажала, глянь. А там кто-то есть? Что там? В ванне кто? Да никого, там свет просто. А там Гульнас, там Гульнас. Так, уже и русская что-то приготовила каждому такое, в таких креманках. Это салат, то ли с сыром вот этим. С виноградом, с грушей, так вон, с яблоком. Мяско, бутерброды, конопушки. Какой-то салат с авокадо, с мидиями. Тут баклажаны с помидорами. Я говорила, снимай. Я сейчас бегом. Я сейчас бегом сверху. Я так понимаю, Карина, Женя, Роня. Вам надо такие таблички тут писать. Диана, Леша, лайф. Савелий, аут. У нас есть блогинский. А папа? О. А все остальные, у кого ничего этого нет. А их и за столом нема, что? Что им тут делать? Рыбку сделала, гречку отдельно. Ой, 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 я вот это люблю. Я вот это люблю. Да-да-да, сливок выливать. Это пальчик Ирочка сделала с чем-то. Не сказала с чем. Это капуста, я показываю. Так, это подарок, Жека с Каринкой моей зовут. Как ты красиво, моя. Да. А это не мои? Да, мои. Да ну тебе. Все, ой, Жека, спасибо. Что тут? Это... Ой.
Ой, спасибо. Спасибо. Подарили тебе себя. Так, подожди, а мне подарили там вам... Ой, тут еще. Бутылочка. Ох ты. Спасибо, Боже. И тут подарки. Слушай, уже до родней приезжаешь, и тут подарки. Спасибо огромное. Карина, вам тетя Алла с Израиля передала... Передала вот такие стаканы. Это из Израиля, но как чашки. Как стаканы или чашки? Ну, дивись. Вот такое вот. Тут, я так понял, чайник. Да. Это женщина-зрительница. Передала, да, из Израиля. Ох, такие. Класс. Это как в поле. Все, мы перегасим, куда-то поехать. В поезде, брат. Да. Жека похудел, так вообще. Как твой палец, нормально? Сумочка с глаз подарили. А ну покажи. О, да, сюда, пониже, чтобы Рурика. Вот, я круче, чем у папы. Я говорю, меняемся. Нет. Ничего себе. Родички. Корешечка надо. Так, а что у тебя, как мишень на голове еще? Не хочу. Ира, что ты намотала? У неї як мішень на голові, знаєш, типа. Мама, зачем ти волосы вытащила? Та так не красиво. Они сыпятся. Не, ба, наоборот, волосы. Вот так. Дайте шляпу. Не надо, не надо, тебе так хорошо. Дайте маме шляпу. Да, кошмар. И мишень як паука на... Тебе як будто мішень на голові, мама, стріляє. Ти ми швейша раді був. Так, а де? Да, ты будешь здесь? Я пить хочу, это холодненький. Да, я попробую. Узвар, узвар. Ну, Ира, знаешь, сахар не ложит. На фрукте, я знаю, я дома варила, мне так нравится.